На сайте Белтелерадиокомпании программа «Добрая раница, Беларусь» пишет: «Каждый день мы просыпаемся немного раньше, чтобы сделать ваше утро чуть-чуть добрее. Но на самом деле за скромным «немного раньше» и «чуть-чуть добрее» скрывается колоссальная работа одной из самых профессиональных медиакоманд страны. Так, в 4:55 утра каждый эфирный день одновременно происходит работа над программой из разных точек главного медиахолдинга страны. Например, операторы и осветители уже настраивают студию. Без этого этапа Виталий Витальевич, работающий на «Доброй раннице» 10 лет, не представляет дальнейшую работу эфира. Когда нас привозят в 5 утра, я занимаюсь светом, и вот эта вот постановка света, в общем, она вот для меня, наверное, очень важна. Я всегда получаю заряд такой бодрости и удовольствия от работы. Тем временем ведущие программы Екатерина Антонова и Татьяна Матусевич спешат на грим. Танюша у нас любит коричневый, песочный, золотой, серебристый. Уже персик. А, да, извиняюсь, персик. Катя приверженец чего-то классического в кадре. То есть у нас будет стрелочка, мы подчеркнем складочку верхнего века. В каких-то достаточно спокойных тонах. Сегодня я думаю, что это будет беж, либо коричневое что-то. Ну, либо это и то. Буквально 15 минут и... Все, полетели? Полетели на следующий этап подготовки программы. Тракт, или по-другому, проверка всех служб, задействованных в эфире. У гостей мы всегда спрашиваем, в какое время они просыпаются к нам у тебя на ранний эфир и обычно. И, как правило, к нам они просыпаются на часок-другой раньше, поэтому нам приходится бодрить. То есть мы кофезаменители такие. Часто приходят крутые профессионалы своего дела, они большие молодцы. И тут у них вдруг что-то срабатывает, они начинают волноваться. Удивительно для меня. И, собственно говоря, мне кажется, в этом и заключается наша работа, помочь людям в таком случае почувствовать себя как дома, расслабиться. Залог успеха «Доброй раницы, Беларусь» – полная включенность команды во все процессы производства программы. Так, например, ведущая Марианна Муренкова не только радует зрителей своей работой в кадре, но и является частью авторской группы проекта. Вообще у нас целая команда завязана на этом. С утра мы составляем плейлист, поэтому плейлисту потом пишем целый сценарий. Ну, то есть это видеоинженеры задействованы, это ассистенты задействованы, ассистенты по титрам, режиссер. То есть это огромная команда. Потом я пишу такой сценарий в 21 лист на протяжении дня. И, ой, здесь нет сценария, здесь пустые листы. Вот, и, собственно, потом ведущие по ним работают. Например, Катя с Олей больше работают по сценарию, по суфлеру. Там Оля с Ниной, они любят что-то говорить от себя. Вот мне, как редактору, безумно нравится, когда работают по моему сценарию, когда говорят ту шутку, которую я прописала, либо понимают, развивают то направление, которое я имела в виду. Но когда я сижу в эфире, я думаю, что редакторы меня ненавидят, потому что я говорю то, что хочу. В паре с редактором программы всегда работает режиссер. Именно его команды в наушник слышит как режиссерско-постановочная группа, так и ведущие в кадре. Это прямой эфир. И если начинает нервничать режиссер, эта цепная реакция начинает нервничать все вокруг. Поэтому Инна в своей работе выбирает быть не командиром, а музой, вдохновляющей всю команду на продуктивную работу. Добрая раница, это должны быть улыбки, хорошее настроение. И начинаем новый день. Поэтому у меня всегда утро начинается с того, что я прихожу с улыбкой. А в аппаратную я всегда здороваюсь с ведущими и операторами по громкой связи тоже с улыбкой. Мне кажется, это чувствуется. Ребята, всем доброе утро, отличного дня и хорошего настроения. Мы в эфире. Доброй раницы, Беларусь! Доброе утро всем! И вот он, любимый момент каждого. Ведущие эфира от лица всей команды желают зрителям Беларуси доброго утра. А дальше 3 часа свежих новостей, общения с гостями и музыкальных премьер. Декабря программа «Доброй раницы, Беларусь» отметит юбилей. 25 лет в эфире. За четверть века собрана команда профессионалов, разработана эксклюзивная концепция прямых эфиров. И все это для того, чтобы наши зрители с самого утра, зарядившись бодростью и энергией, в хорошем настроении, отправлялись на работу.
Коллеги, всем мы желаем безграничного творчества и заряда энергии, чтобы хватало на долгие-долгие годы. Я думаю, что каждый из тех, кто работает на Макаренко 9, согласится со мной в том, что наша профессия лучшая на Земле. Давайте будем получать от нее удовольствие каждый день. Мы поздравляем всех со Всемирным днем телевидения. Смотрите «Добрая раница, Беларусь», и пусть каждое ваше утро будет добрым.